Пока после угловых немного остроты у ворот Масима Таиби. Подача Таиби, ошибся. И Даль Томасон. Хотелось мне, чтобы он забил, но вот он и забил. Итак, два новобранца Милана, Ривальдо и Йон Даль Томасон забили по первому мячу в новом чемпионате. 2-1, Милан вышел вперед. Наверное, это логично при том в целом преимуществе, которым владел Милан по ходу первого тайма. На 41-й минуте счет стал 1-1. Таиби предъявляет претензии Папа Рести по поводу того, что здесь его Мальдини подтолкнул. Ну и еще один момент, потом, может быть, вы обратили внимание, Таиби показал партнерам, что кепка не помогла.